Здравствуйте, сегодня у нас Secret Number с композицией Doxa или Doha, если читать на русском, хотя буква X, она, по-моему, там 7 вариантов, как ее можно прочесть в разных словах или сокращение, но да, неважно, в общем, ссылки на экране и поехали. Очень яркие клэпы, очень высокие медные духовые. Чувствую, что будет дорого и богато. Интересно, что там была ложечка с сахаром, которую обычно используют для употребления абсента. Поэтому, ай-яй-яй, такие маленькие, а уже пьют абсент. Ну да ладно, просто интересное наблюдение, знакомая ложечка. Ну, припев тоже такой достаточно бодрый, но пока я не могу зацепиться за какой-то конкретный инструмент, потому что здесь все, в принципе, в балансе. Вот что меня смущало, тут вокал, он достаточно глубоко утоплен в микс, и в аранжировке творится очень много всего, так сказать, суета происходит, много. И медные духовые играют какие-то синты, куча перкуссий, клэпы очень яркие, и, возможно, это может отвлекать некоторых людей от прослушивания голосов. Возможно, я предполагаю. Я-то все слышу, но не знаю, как другими. Нет, серьезно, мне начинает казаться, что припев чем-то напоминает мне подход группы Kingdom in Mix, что очень все экспериментально. Опять же, я не скажу, что настолько, как у вышеупомянутых коллективов, но я вспоминаю Secret Number песню Tap Tap, и она прямо вот прекрасна, она такая минималистичная, и все слушается. А здесь много информации, то есть мне это интересно поковыряться в аранжировке, я это переслушаю еще пару раз. Но я не знаю, сможет ли это целевой потребитель послушать и получить огромное удовольствие. Кто-то подумает, что я веду к тому, что песня мне не понравилась. Нет, понравилась. И она еще даже не закончилась. Я люблю тебя.
Как загадочно. В общем, вот что я еще задумался, очень эпилептичный монтаж. То есть, ну, буквально такая смена планов и кадров, бесконечно идет еще и цветовой гаммой в этих кадрах, что не успеваешь сфокусироваться на чем-то. Я думаю, из-за этого у меня легкое смущение возникло, что просто слишком много всего происходит в кадре и в аранжировке, и получается, ты сидишь, анализируешь, а не получаешь удовольствие. Но это чисто я по себе рассказываю. Потом, может быть, второй-третий раз послушаю, вы же не забывайте, когда там не досыпаешь, и голова болит и прочее. Это совсем другое. Но в целом, интересная композиция, как минимум интересная, есть куда покопать, есть разбирать ее на составляющие, да, думаю, там на дорожек 100 наберется, может быть, на 80 различных инструментов там и ударных. Но, в любом случае, список бустеров. Спасибо, дамы и господа, за то, что продолжаете поддерживать меня в этом нелегком пути паразитирования на корейской музыке. Я изо всех сил стараюсь. Также, да, спасибо YouTube-спонсорам, тем, кто кидает донаты, и там два человека, которые на стрим приходят. Хотите, кстати, стать одним из тех, кто не, ну, в смысле, не приходит на стрим, а бустеров, спонсоры канала, ранний доступ, дополнительный контент, Boosty вас ждет, зовет. Там много чего интересного, даже парочку бесплатных публикаций есть для тех, кто хочет потрогать перед тем, как платить и так далее. Дальше у нас есть канал MP Reviews, там у нас K-pop новости, самый основной контент. Дальше MP Live стримы и телеграм-канал Хаб Локации. Я по-прежнему Максим, я не говорю прощай, говорю до новых встреч. Пока.